Кожа как груша, только там другой. Друг ждет просто. Куда ехать надо? Расскажи мне, пожалуйста. Сейчас, дай вспомни. Ну, такая работа, там еще автоматическая. Можешь просто это подвести к этому, в тоталку. Так, давай ты мне будешь говорить, правильно я еду, прямо, налево, направо, или на карте посмотреть место это? Ну, к автосалону первому, рядом с больницей, который, знаешь. А, к автосалону тебя подвезти? Да. Ну, давай, подвезу сейчас. А ты сюда что, пешком шел? Сюда? Да. А у тебя что, нету мопеда? Почему есть, только это... Он на эвакуаторной, и на нем бензина нету. Нужна эта канистра покупать и туда идти. Понятно. Слушай, а у тебя, ты на работу грузчиком устроился, тебе коробки появляются? Да, появляются. А я что-то устроился, а коробок вообще не было. А устроился? Да. Ну, ты подходил к этому, куда тебе показывали, к синему? Да, и вроде подходил к газельке, а там ничего не было. Почему? Ну, там вот у тебя внизу должна появиться это, и ты нажми к этому. Это, нажми на мышку, тогда у тебя коробки появятся. Понятно, ну коробок не было, ну ладно, ничего страшного. Вот подробно. Где-то 5 раз. А тут что-то милиционеры бегают, они бандитов ловят? Ну да. Ну да. И тут каждый раз приходят за своими мопедами и ловят что тут. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Так, помог Никите. Так, а мы поедем, ребята, реально искать работу. Так, давайте посмотрим на карте. Где еще есть работа? А, не, подожди. Сейчас посмотрим здесь. Так, вот работа. Если грузчиком у нас не получилось. Так, курьер, подработка. Вот, на почту. Поехали на почту, будем курьером работать. Если у нас не получается грузчиком, будем работать на почте курьером. Так, нифига себе. Метка 2800. А, вон рядом есть почта, 280 метров. Поехали здесь на почту. На почту поедем. Поработаем курьерскую доставку будем делать. Так, у меня уже бензина половина, нифига себе. Половина бензина потратилась. А где у нас почта? А, вот почта. Курьер, подработка. Чё? Так, заглушить двигатель. Ну, короче, когда телефон зарядится, окончишь мне. Ага. Так, работа курьером, ты выполняешь доставку заказов в указанной точке устроиться. Поздравляем, ты успешно устроился на работу курьера. Твоя текущая должность, подработка. А, начать смену. Так, забери посылки. Так, посылки? А где посылки? А, здесь посылки надо забрать. Левый альт, чтобы забрать посылки. Так. Чё, взял, забрал посылки, да? Так, везем. F1, справка о курьере. Давайте почитаем справку о курьере. Отдел кадров для всех профессий курьера. Устройство на работу курьером производится на почте. Потом с почты тебя направят на работу в соответствии с твоим уровнем. Работа курьером заключается в доставке посылок по городу. Зарплату тебе платят на месте. После того, как ты доставил посылку. Все понятно, хорошо. Идем. А, привет, нет, не знаю. Я тут курьером устроился, работаю. Первый заказ буду сейчас делать. Так, заводим двигатель, поехали. Нужно посылочку отправить. Так. А что это за точки? Вот, самое ближайшее 90 метров. Давайте туда поедем. Так, что это такое у нас здесь? Не понял. Это все я отправил? А, в смысле? Это у меня столько нужно посылок, столько адресатов? Так, ладно. 260 метров, 166.
Вот самая ближайшая точка 166. Так, 2700 у меня денег. Хорошо. Сейчас отправим. Смотри, курьерам интересно работать. Опа, 232 бакса мне добавили. Круто. Надо будет, кстати, мне будет еще заправиться. Надо на заправочку поехать. Так, ну вот еще одно место, 400 метров. Сейчас туда доедем. Отвезем еще одну посылочку. Прикольно, слушай. Так, это у нас что говорят синеньким? А, это просто купили, типа, дом. Ладно. Вот, смотри, магазин Монита. Универсам на что-то похоже. Универсам Монита. Так, а, подъезды с другой стороны. Ладно, сейчас подъедем. Вот, сюда мне нужно отправить. Это же такой ХП. Фиг знает, парковка. Так, есть еще одна, 232 бакса. Так, следующее, где у меня? 700 метров и 1000. Все, поехали. Поедем тогда на район. Вот этот, на 700, который. Так, а ему кушать не надо, нормально все у него там. Справка о фастфуде. Еда – это энергия для твоего персонажа. Если твоя полоска сытости пойдет до нуля, твой персонаж начнет терять здоровье и вскоре умрет от голода. Так, а где у меня полоска еды? 90% еда у меня. Так что все хорошо. Можно не есть пока. Так, поехали тогда. А у нас еще две посылки. Нам нужно отправить. Вот, сейчас здесь свернем. Вот здесь поедем. А, 500 метров. А другая 700. Давай, которая ближе, наверное. Хотя, видишь, без разницы. Так, все, едем сюда. Вот так, подъезжаем. Вот она точка. Находится за Сбербанком. Не Сбербанк написано. Нет, Сбербанк так и написано, прикольно. Так, Сбербанк мне нужно, да, значит, отправить. Отнести посылку. Слушай, блин, а как здесь? А где повороты? Как мне сюда попасть, этот Сбербанк? Интересно. Здесь везде заграждение. Ладно, пошли эту посылку за 300 метров ее отнесем. Отдадим, а потом уже в Сбербанк поедем. Куда-то мне надо. Так, у меня еще бензин заканчивается. Наверное, сейчас поеду заправиться. Заправлюсь. Ох ты, ё-моё. А где здесь заправка была? Где-то я видел, где-то проезжал заправку. Так, ну давай сейчас. 232 доллара. Хорошо. Следующую давай. Так, я ладно, буду ехать еще смотреть, кстати, где находится заправка. А вот выезд на трассу. Сейчас как раз мы сюда поедем. Во. Как раз сюда мне и надо. Здорово, мне нужно вот вторую посылку отдать. Получается, я все посылки отдам. Только вот непонятно, где у меня задание это. Где показывается, что я выполнил. Так, вот едем. Все, вроде бы как последняя посылка. Ты завершил задачу. Работа 1000 рублей. А, ну все, работа выполнена, да? Ага. И у меня бензинчик на исходе. Мне нужно заправиться. Где заправка? Давай посмотрим. Так, заправка, заправка, заправка. Блин. Так, давайте F1. А, найдем заправку. Так. Так, что-то я не вижу никаких. А, вот, заправка, смотри. А как она так? А, топливо для твоего транспорта. Никогда не давай датчику бензина опускаться до нуля, иначе придется бежать на заправку за канистры, а потом заново бежать к машине. Найти рядом, показать на карте. Так, есть. Оп, нифига. Вон сколько заправок. Все, поехали заправляться. Потому что у меня уже совсем мало остается. Эй, ты что прыгаешь? Так, а здесь можно тачку припарковать себе. Понятно. Так, а как мне на ту сторону-то выехать? Ёлки-палки, да? У меня уже и бензин скоро закончится. А, ну вот, смотри, поворот есть, хорошо. А где ближайшая заправка? Ну вон, 380 метров. Мы поехали на нее. На эту заправочку. Так, давай на карте посмотрю сразу, где она мне показывается. Нет, я лучше вот в городе.
А, нет, ну вот заправка. Все. Так, ближайшая заправка у нас. Вот, 370 метров. И 302 метра. Ну, где 302? Вот эта вот заправочка. Все, едем заправляться. Так, опять-таки у нас проблема, что у нас здесь дорога такая странная, что я не могу выехать на эту дорогу. Тут все заблокировано. Я не знаю, зачем так сделано. А, ну вот, выезд, ладно. Наверное, мне надо здесь... Ага, либо в крайнем правом ряду, наверное. Скорее всего. Ну, наверное, здесь. Вроде бы правильно еду. О, бензинчик у меня уже вообще... Подожди, давай я сразу этот отключу фары. На всякий случай. Так, смотрим. Так, здесь нам нужно повернуть направо. Все, повернем. А-а-а, бензинчик теряется у меня. Потихонечку. Так, правильно я еду? Да, вроде бы правильно. Там скоро будет поворот направо. И мне надо будет туда повернуть. Все, едем. Да что ж так далеко от заправку-то сделали? Вот заправочка. Заправочная станция. Отлично. Вот, сейчас заправимся. Продажа авто. Да в смысле продажа авто? Это что, не заправка? Так, ладно. Подожди. Да иди нафиг. Где заправка? А, вон заправка. 100 метров. Не туда заехал немножко. Блин, да куда я заехал? Понять не могу. А, ну все. Все, вижу заправку. У меня уже бензин на нуле. И что дальше? Наверное, сюда нужно заезжать, правильно? Так. Сколько литров? Так, ну давай 5 литров. Ну давай 10 литров возьмем. И что? Ваш транспорт заправлен. Так, ну у меня тут еще немножко есть. Блин, они мне еще двигатель, да, выключили? Так, давай еще немножко заправимся, алло. Литров 5. Все. Максимально у меня, да? Заправлено. Все, поехали. Полностью мы заправились. Так, это бандит бегает. Ух ты! Бандюган какой-то бегает, ладно. Ну, поехали дальше работать. 3000 баксов у меня есть. Надо запомнить, где эта заправка находится. Все, едем обратно в город. Да, поэтому уже поедем маршруту, да, или как? Ну, в принципе, да. По-другому, ну, никак. А, все правильно, едем. У нас, кстати, и в городе есть заправка была. Так, ну все, поехали в город. Медленный, конечно, мопедик. Мы еще поднимаемся, видишь, горку такую. Капец. Надо нам срочно купить машину. А какой у меня второй уровень только, да? Да, второй уровень только. Так, ну все. Где тут заезд в город? Так, это что за канализация? Ага, вот поворот. Тысяч. Так, 300 метров. А что, пойдем еще раз курьером поработаем, что ли? Это на почту мне значок или нет? Давай посмотрим, проверим. Блин. Я не знаю. Оно, видишь, больше не приближает карту. Не видно ничего. Угу. Сейчас подъедем, посмотрим, проверим, почта это или не почта. О, 70. Да, кажется, это почта. То, точно. Курьер подработка. Так, что у нас тут? Так, заглушить двигатель. Так, закончить оставшееся время 4 часа. Отвезти 20 посылок. Давайте заберем посылки. Левый альт. Так, ну все, посылки мы забрали. Не-не-не. Мне нужно сесть на свой мопед.
Все, отвозим посылки. Где у меня самая ближайшая посылка? Что там творится? Кто-то хочет отжать мопед кому-то? Так, ну ладно, едем. Так, вот 195 метров. Отвезем посылочки. Так, вот первая посылка. Так, есть, бабу Лесик заработали. Вторая посылочка у нас лежит здесь. Вот так. Есть еще. Добавили мы второй уровень. Так, 3600 у нас бабок денег. Так, едем дальше. Вот и сюда сейчас посылочку отвезем. Где магазин сим-карт? Мне нужна сим-карта или нет? Так, куда-то я заехал не туда. Слушай. Блин, пока эти можно? Шашки. Так, а ну смотри. Люди что-то работают, что-то делают, они каждый что-то чем-то занимается. Так, давай, вот посылка. 290 метров. Поехали. Что-то я ее пропустил. Как бензин еще быстро заканчивается? Смотри. У меня уже 5% бензина использовалось. Так, вот сюда еще одну посылочку. Есть. Так. Данила Жуковский. Кто-то убежал. Так, где следующая посылка? А, нет, посылочка. Так, не туда я поехал. Вот сюда. Вот посылка еще одна. Отправим. Отвезем еще одну посылку. Так, сколько там еще у меня посылок? Алло. Так, вроде бы как последняя. Еще одна посылка осталась. 490 метров. Всегда написано было, сюда нельзя заезжать на автомобиле. У тебя 60 секунд, чтобы отсюда уехать. Смотри. Прикинь. А что, будет штраф какой-то? Так. Ну вот, еще одна посылка. Вот, это что мы... А, госпечать журнала. Так, все. Больше посылок. А, нету. Так, 160 метров. Это, видимо, на работу не надо ехать. Ладно, поехали на работу. Так, 4000 долларов у нас уже есть. Уже заработали. Так, тихо. А, вон работа, все, вижу. Продукты. Так, ну продукты вроде бы есть, я не хочу. Хорошо. А, типа еще надо брать. Так, взял я посылки или нет? Фиг его знает. Так, давай заглушим двигатель. Я думаю, уже можно будет закончить смену. А, ты завершил досрочную смену. И чё? Ага. Ладно. Все, наверное, ребята, будем заканчивать серию. Сейчас я поеду куда-нибудь припаркуюсь. Ну вот, наверное, я куда-нибудь. Вот в какой-нибудь подъезд. А, ну вот здесь мои машины стоят. Здесь я поставлю тачку свою. Ну все, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.